Впервые в Ростове строят полностью круглое здание. Оси все сходятся в центре, и оси все радиальные. То есть в этом есть как бы уникальность, с одной стороны, но нам это как бы не мешает. На данном этапе у нас на 23-этажном доме здесь вот происходит устройство шпунтового ряда. Мы подготавливаем задавливание труб. Вот, и на 8-этажном уже мы готовимся к устройству фундаментной плиты. То есть уже в воскресенье мы начнем срубывать оголовки свай, а в четверг уже будет устройство подбетонки. И я думаю, уже в начале года мы успешно зальем первый наш фундамент. Право 15! Выставляем приямки на данном этапе под фундаментную плиту. В дальнейшем там водоотлив будет и так далее. То есть, в принципе, пока это начальные работы, да, начальный этап работы, так скажем, разбивочный. Я изучил уже проектную документацию, ничего сложного в этом нет. Я думаю, бригада опытная, то есть все сделаем на нужном уровне.